Мерабалар, друзья, это компания Арбат Хомс, район Тедже, это я, Шалкар. И мы сегодня снимаем видео не о недвижимости и не о пляжах. Мы снимаем сегодня о моих наблюдениях в районе Тедже. Мы можем заметить сразу то, что набережная района Тедже действительно поменялась в лучшую сторону. Поставили новые фонари, улучшили саму зону набережной, посадили больше зелени, поменяли брусчатку. И развитие именно набережных идет вот с центра, с Марины, с этой стороны, с востока на запад. И в целом это не только набережная поменялась. Улицы выросли, больше появилось домов, а под ними появилось очень много коммерческого помещения, в которые заезжают люди. Но уже люди, которые заезжают в эти коммерческие помещения, это уже ориентированы под наш рынок. То есть это появляются услуги сферы образования, это появляются услуги сферы красоты, продукты питания. Скоро мы выпустим видео именно в образовательной части, вас ждет сюрприз, приятненький. А сегодня мы просто прокатимся по улицам нашего района Тедже, одного из самых популярных среди наших клиентов, и мы увидим, как же он преобразился. Готовы? Тогда поехали! Дорогие друзья, пока вы наслаждаетесь кадрами, я бы хотел также показать эту улицу. Для кого-то она уже знакома, но, возможно, вы ее не узнаете. Раньше наш офис Мерси находился на этой улице. И посмотрите, как она преобразилась. Выросли новые дома. Не пугайтесь, это не каменные джунгли ни в коем случае. Ведь дома и люди приносят сюда жизнь. Как оживилось, появился Мигрос. Это вроде бы Мигрос Джет, но большой ассортимент товаров. Если посмотреть вверх на улицу, новые дома выросли, под ними коммерция появилась. Там открываются всякие услуги по hair design, парикмахерские, продовольственные какие-то магазины. И все это вот в районе Тедже с торговлей, именно не недвижимости, а с торговлей всего прочего, возрастает жизнь. И район становится уютным, район становится живым. Спасибо автобусу за испорченный звук. Но в целом, знаете, вот что заметил, наши с вами сограждане, количество их сильно выросло в Тедже. Я не обращаю внимания на статистику, мне она не нужна, я вижу это живым взглядом. Я живу здесь постоянно, и мне должно быть менее заметно, чем тем, которые приезжают наездами. Но все же, даже при таких условиях, я вижу, как сильно растет наше население, как больше денег вливается в этот район, как лучше он становится. И это лишь пример одного района Тедже. Мы еще сейчас прокатимся на улицу, где у нас строится проект Глория, покажем, как же там все застраивается. И какие-то год-полтора, и та улица станет куда краше этой. Пойдемте смотреть. Вы простите, что ору, но вокруг стройка. Вот так вот мы видим развитие района. Это улица Университетская называется. Не та, что в центре, а та, что в Тедже. Это там, где Глория, там, где Гринако, наш офис, там, где мы живем. И вот жизнь, вот она. Меняется. И вот под этими зданиями, как раз так они находятся на достаточно широкой дороге, они обязаны иметь под собой коммерцию, а пустовать они не будут. Как раз этот район, он очень сильно преобладает нашими согражданами, и по-любому есть спрос на услуги наши отечественные, есть спрос на продукты наши отечественные. Вот здесь открылся магазин Анна Маркет, там есть наши продукты, сгущенка, селедка, колбаска наша, и все это, все становится доступнее и доступнее. Откроется больше всех разных плюшек. И приедете сюда через полгода, через год, да хоть завтра, вы каждый день будете радоваться и не узнавать свой район, потому что он развивается. И это лишь пример на одном Тедже. Проедьтесь по городу, везде такая ситуация. Все меняется и растет, развивается. И точно так же, как и растут цены, к сожалению, для нас всех. Поэтому успевайте бронировать. Да, я опять вернулся к теме недвижимости, но это основная тема сейчас в южном побережье Турции. И бронируйте квартиры, ждите нас в Узбекистане и в Казахстане. Дай бог, мы прилетим к вам с визитом, расскажем о том, как можно зарабатывать на недвижимости, перепродавать, покупать, сдавать. Это была компания Арбат Хомс, район Тедже, город Мерсин, Шалкар, Никита. До связи!